современный. То есть техническое его открытие состоялось еще в декабре прошлого года, но, собственно, ввиду как плотных графиков и так далее. То есть мы вот сейчас решились как бы показать, чтобы вы как бы непосредственно смогли, ну, сами увидеть, каким образом смоляне будут получать банковские услуги. Вот. Сбербанк всегда несет на себе большую социальную функцию, несмотря на то, что как бы на протяжении, наверное, последних 2 лет у нас сформировалась привычка получать все самые необходимые услуги в формате онлайн. Вот. Ну, мы пришли к тому, что как бы наша физическая сеть, то есть куда, собственно, ходят люди старшего возраста, то есть ходят, соответственно, семьи с детьми, то есть для того, чтобы они получали тоже максимально актуальное и современное, комфортное обслуживание. Поэтому, как сказать, наше переосмысление, оно выразилось во многом, то есть начиная от того, что как бы изменилась даже сама цветовая гамма, то есть наши филиалы стали более светлыми, соответственно, у нас всегда открыты окна. Вот у нас появилась, помимо зоны классического банковского обслуживания, еще зона диджитал, где, соответственно, представлены наши продукты, экосистема, о которых мы достаточно много говорим. Вот. Ну и, соответственно, сегодня у нас будет возможность все это в формате экспресс посмотреть, попробовать и так далее, прикоснуться именно в том формате, как смоляне его получают теперь уже каждый день. Вот. Андрей Александрович, разрешите тогда, как сказать, я не буду проедать хлеб, это руководитель нашего филиала номер 30.